Добрый день! В эфире программа «Скажите, доктор!» И с вами я, Владимир Зайцев. Сегодня мы поговорим о том, как сохранить мужское здоровье. Какие мужские болезни и в каком возрасте возникают чаще всего? Можно ли избежать простатита? И что больше всего влияет на мужскую потенцию? Об этом и не только. Мы поговорим с заведующим отделением онкоурологии и онкогинекологии, президентом Ассоциации молодых урологов России, кандидатом медицинских наук Александром Дзидзария. Александр Гудисович, здравствуйте. Здравствуйте, Владимир. Александр Гудисович, многие считают, что активная мужская жизнь и мужская сексуальность – это одно и то же, и это позволяет мужчине оставаться длительное время в хорошем тонусе, в хорошем состоянии. Так ли это? На самом деле все немного с другого конца надо смотреть. Так. Дело в том, что когда вы здоровы, когда у вас все ваши внутренние органы, все системы, особенно эндокринная система, функционируют так, как она должна функционировать, вы хотите того или не хотите, вы будете жить половой жизнью, как минимум хотеть жить половой жизнью. И чаще всего говорят, что вот мужчина не живет половой жизнью, поэтому у него проблемы. На самом деле он как раз-таки и не живет половой жизнью, чаще всего это так, потому что у него есть внутри проблемы. Потому что основа жизни – это желание размножаться, желание заниматься сексом, делать это регулярно. И если вам этого не хочется, то, скорее всего, есть какая-то внутренняя проблема. Иногда, конечно, может быть, это и психологическая проблема, но чаще всего подоплека – это чисто эндокринология. Поэтому, если ты здоровый мужчина, неважно, там 20 тебе лет, 30 тебе лет, 50 лет или 65 лет, ты должен хотеть заниматься любовью. Эндокринология прозвучала как ключевое слово. То есть тогда надо, наверное, сказать про гормональный фон, про гормоны, про заболевания, которые это провоцируют. Вы знаете, во всем мире мужским здоровьем, именно в плане гормонов, занимаются на самом деле андрологи. 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 У нас этой специальности как таковой нет. И мужчинам мы в некой степени забыты, я бы сказал. Потому что иногда нас лечат урологи, иногда люди с сертификатом андролога, хотя это не сертификат, их не существует. Нет сертификатов, если на двери написано андролог, это уролог. Не верить этому? Не верить. Этого профессии нет официально. То есть есть курсы, человек прошел, и на двери написано андролог. По факту это все урологи. Уролог. И либо эндокринологи занимаются мужским здоровьем. Но вообще, если быть хорошим специалистом, да, нужно быть сведущим во всех этих ипостасях, во всех этих направлениях. Только тогда, комплексно подходя к решению проблемы, вы сможете давать ответ на вопросы. Без эндокринологии хорошим урологом не быть. Без понимания каких-то базовых, хотя бы каких-то азов, невозможно лечить мужчину. Вы знаете, говорят, простатит неизлечим. Так. Откуда да, вообще-то говорят. Пошло, и мужчина приходит скажите, в 30 конечно. Лет, там, в 25 лет, в 40 лет, и ходит каждые 3-6 месяцев, лечится, все возвращается, и говорят, вот простатит вылечить нельзя. Почему? Откуда вообще это пошло? Да, пожалуйста. Потому что, по моей практике, особенно у молодых, 70-80, иногда даже 90% жалоб касательно простатита, это на самом деле эндокринные проблемы. То есть у мужчины дефицит половых гормонов, он хорошо занимается любовью, сексом, у него есть желание. Так. Он, возможно, выглядит даже хорошо, да, но его дефицит проявляется иначе. То есть дефицит, его картина, она у всех разная. У кого-то это, допустим, ночные походы в туалет. Так. У кого-то это отсутствие мотивации вот этого мужского стержня. То есть меняется только характер. И при этом, когда приходит мужчина, он не выглядит как альфа-самец, видно, что он гипогонадик. То есть человек с низким уровнем тестостерона. И у него... Каким он будет? Визуально? Как он будет выглядеть? Что он будет говорить? Может зайти спортсмен визуально, и у него будет очень низкий тестостерон. Как вы поймете это? Вот так вот сходу. Если бы я мог понять, просто взглянув, то толстый, не толстый, или спросив, сексом занимаетесь регулярно, все хорошо, то, наверное, я бы на анализы никого не отправлял. Так. Но и одних анализов недостаточно. Угу. И беседовать надо, и опросники заставлять нужно заполнять, и анализы смотреть, и бэкграунд, то есть прошлое смотреть. Поэтому желательно приходить к врачу не тогда, когда у тебя есть проблемы. Совсем все плохо. А тогда, когда у тебя уже... пришел какой-то возраст, ты хочешь регулярно проверяться, не потому что у тебя что-то болит, чтобы было с чем сравнить. Какой это возраст, скажите, пожалуйста? Честно, я считаю, вот как женщина к гинекологу ходит регулярно, вот как только цикл появляется, так и мужчине по-хорошему. Вот с 18, с 20 лет я бы вел регулярную мужскую диспансеризацию. Вы знаете свой уровень тестостерона? Конечно, нет. Нет, а почему, конечно, да, должен быть ответ. Почему не конечно, да? Не знаю. Вот в том-то я и дело. Потому что не считаю это необходимым, будучи доктором. Да, это не так. Потому что
есть проблемы, которые вы почувствуете. Докажите мне, вот зачем очень мне? Просто. Вы придете ко мне в 60 лет. Так. Со склерозом предстательной железы. Так. И вы придете тогда, когда вы уже придете к тому моменту, когда это можно будет лечить только хирургически. Угу. Потому что изменения каждый день. Это как, знаете, со зрением, со слухом. Нет такого, что с утра проснулся и оглох или ослеп. Да, да. Каждый день потихоньку это вкрадывается в вашу жизнь, и многие вещи кажутся вам нормальными. Ну вот то, что я встаю один раз за ночь в туалет. Да. Но делаю это под утро, и мне, в принципе, вставать, и я от этого не должен здоровый мужчина испытывать неудобства. Да, он должен просыпаться либо от будильника, либо потому, что выспался. От того, что вы хотите в туалет, начинают, а я там попил, а я не попил. Нет, так это не работает. Угу. Есть отдельные опросники старения. Или, допустим, мотивация, желание. Вот это, допустим, у вас ощущение, что лучшая часть жизни позади. Это тоже один из признаков дефицита тестостерона. У тестостерона порядка 50-70 функций, ну, по разным источникам. Вы, вот даже будучи врачом, будете думать про три. Толстый, не толстый, стоит, не стоит, и как он мочится. Все. А остальные 67? Ну, 67 не надо. Да. Перечислите еще 5 ключевых, может быть. То, о чем нужно задуматься мне как доктору или пациенту-зрителю. Ну, вы хотите что-то, что для такого самой диагностики дома, да? Ну, для понимания в голове, для понимания, что мне нужно к вам. У меня все хорошо, у меня нет проблем, как я считаю. Вот знаете, 80% тех, кто так считает, я не самонадеян, когда им даешь листок бумаги и говоришь, вот один опросник, вот второй опросник, изобрази, заполни. Заполняет, но говорю, ну где нормально? Нормально, кажется. Если бы те изменения, вот, которые сейчас, ваша половая жизнь, возможно, ваша энергетическая способность к делам, к трудопроизводству, ее сравнить сейчас и в 20 лет, ну, конечно, она будет разная. А почему, конечно? Ну, как? Ну, потому как? Ну, потому что в 20 лет я не был седым. В 20 лет у меня не было... Вот это нужно убирать из головы. Так. У нас мужчина с гипогонадизмом, и в вашем представлении, это мужчина с большим животом, это мужчина, который пьет пивко, который не занимается спортом. Так. Он таким становится, когда он проживет с этой болезнью уже 10, 15, 20 лет и придет ко мне тогда, когда уже поздно. Большая часть пациентов с гипогонадизмом – это молодые пациенты. Тестостерон не падает какой однажды возраст? С утра. Молодые – это какой возраст? 30-35 лет. 30-35 лет – это большая часть гипогонадиков сейчас. А многие и в 20 лет уже имеют низкий тестостерон. Не возраст показатель. Есть много пациентов у меня, которым 70-80 лет, и у них отличный тестостерон. И они конь-огонь. Да, не возраст показатель. А есть 17-летние приходят, есть 20-летние приходят, есть люди после травмы. С возрастом возникает пресбиопия, старческая дальнозоркость, пресбиакузис, старческая тугоухость, наверное, еще что-то, старение. Есть, что? Конечно, старение. Полового старения не существует у мужчин. Есть, и количество половых актов меняется, и поэтому уровень тестостерона градируется от возраста, и поэтому желание, есть такой белок старения, ГСПГ, в 20 лет он у вас 20, в 40 лет он 40, 60-60, при одном и том же уровне тестостерона количество свободного тестостерона вам будет доставаться меньше, потому что ГСПГ, он связывает тестостерон необратимо. И при тех же уровнях тестостерона свободно, это тот, которым вы можете пользоваться, вам будет доставаться в меньшем количестве. Угу. Но это нужно уметь читать. Вот те же анализы интерпретировать. Человек приходит и смотрит ГСПГ там, от 17 до 60. Уролог смотрит в норме. Но не может в 20 лет быть ГСПГ 65-70. Угу. Хотя он в референт попадает. Да. Потому что референт он другой. Где это референтный, там, как по ферритину? От массы тела надо считать. Ну, примерно, то есть ферритин у женщины, ну, возьмем женщину, допустим, 50 килограмм и 150, он не может быть одинаковый, конечно, и просто умещаться, конечно, в референт. Конечно. А про зрение, глухоту, ну, если человеку мешает зрение водить машину, так, жить, а общаться с людьми, вы будете коррегировать это? Конечно. Ну, а почему желание заниматься сексом, если у нее есть жена, сказать, это возраст, идите. Вот так поступают многие пациенты. А соглашаться, не соглашаться, хорошо. Можете не соглашаться. Нет, но я согласен. Урок, так вы вообще сейчас в глазах, в моих глазах и в глазах телезрителей просто мужского, так сказать, пойдем дальше. Селите. Болезнь варикоцеля. Слышали про такую болезнь? Да. Помните, что она никак себя не проявляет до тех пор, пока у вас атрофия органа не возникает иногда? Что у вас может быть снижение тестостерона из него, у вас может быть отсутствие фертильности, то есть у вас может быть спермограмма плохая, и вы в 15 лет это, конечно, не поймете. А некоторые и в 30 не понимают. А у меня в 30 уже поздно лечить его. Но у меня друга вылечили. Это значит, что может быть без показаний лечить, потому что в таком возрасте лечат только если болит. А свой вред в плане репродуктивной функции, в плане атрофии органа, чем это в 17, 18, 20 там лет. Была другая история. Не могли забеременеть, думали, так сказать, кивали на барышню, оказалось, так сказать, в приятеле вся история, прооперировали. Чаще всего не так. Ну, объясню, как это работает.
Яичко 2. Да. В одном нуклеате сотни миллионов сперматозоидов. Да. Даже если это яичко отрезать, а варикоцеле касается только одного яичка, да, спермограмма, она лучше чаще всего не становится. Она становится не хуже. Это раз. Да. К 30 годам свой вред максимальный. Но эту операцию все очень любят. На ней легко руку набивать, ей хорошо тренироваться, да, и это хороший способ заработка. Поэтому эти операции нужно делать у больших хирургов. Вам делают варикоцеле, вы еще полгодика пробуете, и просто приходит время, когда у вас наступает зачатие. Большая часть, к сожалению, зачатий, когда лечат варикоцеле, потом ребенок появляется, потому что супруги просто продолжают пробовать. Вот и все. Давайте к возрасту вернемся. Значит, вы, я извиняюсь за слово, утверждаете, предполагаете, как угодно называете, что и в 70, и в 80, 85 лет, столько, сколько мне Бог отвел, я могу иметь прекрасную эрекцию. Может быть, так сказать, это будет не РЗСО, да, это может быть, там будет не кувалда, но что-то близкое к этому. У вас может быть в 30 лет плохая эрекция, и это не связано с гормонами. Так. Это просто ваша физиология. Так. У вас может быть в 70 лет хорошая эрекция. Так. И как и зрение, как и слух, он у меня может быть отличный. Я могу быть музыкантом, да, я могу быть певцом, и мне будет 70 лет. Но если есть возможность поправить и сделать жизнь человеку полноценной, да, благодаря, допустим, ношению очков, да, либо коррекции зрения, да, там, или линз, да, почему это не сделать, если это делается я вот так? Я полностью... Вот, как раз мы к этому и подошли. Что вот это вот так? Кому нужно варикоцеле соперировали? Каким будет лечение, рекомендация, профилактика для того, чтобы эректильная, репродуктивная функция была вот такой? Принцип такой. Смотрим на резервы организма. И есть ситуации, когда это болезнь. Вот самая главная наша задача – это понять, болезнь это, либо да, состояние. Если это... Как болезнь называется, извините? Простатит? Нет, простатит это, ну, как бы, мы про эрекции. Эрекции и простатит редко связаны, на самом деле. Ну, слово болезнь, ну, какая болезнь? Ну, да, гипогонадизм, то есть это снижение уровня тестостерона. Да. У него много десятков проявлений. Да. Тазовая боль, тянущая боль в яичке, там, нарушение иннервации мышц тазового дна. И, соответственно, мы смотрим, снижен тестостерон, ему на жизнь его не хватает. Mm-hmm. Иногда он не снижен, но на его конкретный ритм, вот он профессиональный спортсмен, либо он, допустим, ну, политик. Вот у меня приходит некто, там министр пришел и говорит, что вот у меня вот не хватает сил эмоций. Если бы он жил в деревне у бабушки, так, ничем не занимался, так, это, знаете, как расход автомобиля. На одном и том же бензобаке с одним, да, и тем же двигателем, конечно, я могу проехать разные, ну, расстояния. Ну, конечно, и моторесурс. И, да, да. И не всегда, допустим, та же заместительная терапия, когда мы даем тестостерон, она потому, что организм болеет. Просто тот ритм жизни, который он не может поменять, он, да, к сожалению, вынуждает его, чтобы оставаться здоровым, чтобы не было саркопении, то есть это дефицита мышечной ткани, не, да, было остеопении, то есть это проблем с костями, не было проблем со связками, которые он почувствует не сейчас. Не сейчас. Не вот в 46. Не в 46. А в каком возрасте? А в 60. 60. В 60. И вы придете и скажете, а почему у меня развалились коленные суставы, почему у меня порвались крестообразные связки, вот я просто развернулся на месте, повернулся. Угу. Почему я всю жизнь занимался, да, волейболом, а сейчас так? А я скажу, а потому что ресурс в организме, исчерпан, он большой, да, но на всех, угу, системах внутренних он ограничен. Многие болезни, в том числе гипогонадизм, почему он стал появляться, почему это так насущно? Люди живут дольше. Из-за этого тот же Альцгеймер прогрессирует. Ну, посмотрите классическую литературу. 35-40 лет это уже старики были. Сейчас средняя продолжительность жизни, если вы не умерли от какой-то болезни, от травмы, это 85, на самом деле, 90 лет. Александр, люди не умирают от старости. Что, в принципе, предлагает медицина, урология? Что будет? К чему? На что мужчине настраиваться? Потому что, ну, мужика страшит. Это мое время, это мои деньги, это мое доверие, недоверие. Ну вот пойду, что-то, ну, напичкал. Если проблема в тестостероне, да, то чаще всего это заместительная терапия. В отличие от щитовидной, допустим, железы, так, вы не можете добавить столько, сколько не хватает. Так. Там 150 должно быть, да-да, она выделяет 100, я вот возьмите 50. Здесь так не работает. А как? Здесь полное замещение. Либо вы полностью на своем, либо, да, вы... полностью на чужом тестостероне. Пожизненная это будет терапия? До тех пор, пока вы не нуждаетесь. То есть на ней, в принципе, можно просидеть 10 лет, пока вы у руля, пока, да, на вас большая нагрузка. Да. И, возможно, своего природного тестостерона вы можете потом слезть с этих препаратов, и в другом ритме жизни вам будет этого хватать. Я как раз хотел спросить, ну, это не то чтобы синдром отмены, да, не получится ли так, что я уже начал принимать, и уже все там, нет, как с артериальным давлением, грубо говоря. Вы можете годами сидеть, так, сидеть грамотно, при этом не теряя фертильность. Если, допустим, у вас в планах ребенка еще сделать, мы просто такую сочетанную терапию вам, да, делаем, и вы
сидите на тестостероне и при этом фертильные. То есть у вас яички продолжают выделять свой тестостерон и сперматозоид. То есть вы не выключаете функцию яичек. Хорошо. Скажите, пожалуйста, пришел, обратился, вы назначили мне терапию. Я прямо четко, регулярно, методично принимаю. Мои ощущения как мужчина останутся на том же уровне или произойдет яркость и взрыв эмоций, и моя потенция вообще поднимется до небес? Надо четко понимать, есть понятие гормон-заместительной терапии, так. И цель ее это, чтобы вы были вот в референс. Что такое референс? Референс это вот, норма. Вот да, норма. Нормальные значения. Да, это не спортивные достижения, это не когда цифры какие-то вау высокие, это здоровье. Я самая сейчас как раз об этом... Я сейчас про ощущения спрашиваю. Вы будете себя чувствовать здоровым человеком. Здоровым и, возможно, человеком. Если вам... Вот самый лучший тест, знаете, какой? Какой? Приходит и говорит, что все хорошо. Я говорю, окей, все хорошо. Торгуешься с ним, говорит, месяц попробуем или два. Он задает анализы, он видит, что они в пределах нормальных значений. Так. Но вот, я говорю, если дело не в дефиците тестостерона, я вам ничего, кроме тестостерона, не поправил и не давал. Никаких свечей, никаких массажей мы не делали. Почему вы перестали вставать ночью? Почему вы стали более энергичным? Почему вас перестала раздражать жена? Почему вы открыли новые проекты? Почему вы встаете рано, выспавшиеся? Почему вы решили пойти на спорт и получаете удовольствие от него? Почему еда вкуснее стала? Вот это все меняется. Но это уже немало. Это немало. Конечно. Но еще раз говорю, вот ваши изменения, которые с 17-20 лет по сегодняшний день произошли, если бы они произошли за 3 дня, вы бы их резко ощутили. Конечно. Да. Но улучшение в хорошую сторону, в лучшую сторону вы довольно быстро почувствуете. И тогда, понимая, что это вам дало, вы четко понимаете, где вот эти все остальные десятки функций тестостерона. Потенция усилится? Если у вас она была в порядке, то она то останется она такой же. Да, вы не станете секс-гигантом. Да. Вы будете в норме своей физиологии. Если вы по своей физиологии можете, как многие, знаете, там 3-4 раза за ночь говорят, то вы, значит, будете те же 3-4 раза за ночь. Но не будет такого, что на своем тестостероне это один раз, там три раза в неделю. А было 3-4, нет, так не будет. Стало 13-14. Вот будет так, как в вашей природе заложено. Да. И, к сожалению, мужчины воспринимают визит к урологу, к андрологу, к эндокринологу как признание какой-то слабости. Это не слабость. Это то же самое, что у меня будет сейчас поломанная рука, здесь будет торчать кость, и я буду говорить, я к врачу не пойду, все хорошо, так должно быть. Кость обратно вдавлю и скажу, извините, я пошел. Этого не должно быть, и культура воспитания должна быть. Вот воспитывать нужно. Правильное слово, культура. Онкология, допустим, та же, вот, не будем забывать про нее, она возникает у мужчин, кто живет с низким тестостероном чаще всего. И если вы не ощущаете, не можете понять это по качеству своего секса, потому что он может быть в порядке, именно ярким. То, что, как вам кажется, вас делает мужчина, это на самом деле не дает никаких пониманий об уровне тестостерона. Как часто пациент должен приходить к доктору? Есть какая-то регулярность? Раз в полгода, раз в год, раз в месяц? Если есть жалобы, обязательно. Да. Если вы хотите за собой следить... Про профилактику говорим. Профилактика? Скажу честно, после 30 раз в год желательно уролога посетить. И это визит не пальцем, знаете, в ванну, чтобы доктор залез. Да. Надо как-то от этого уходить. Так. Я вот последние несколько лет, сколько ко мне пациентов именно, я не люблю простатит лечить, но с ним сколько обращались. Сейчас про него спрошу. Ни одного я не лечил с помощью массажа. Это все атавизм, это все, такое... Так. Отголоски прошлого, все это сейчас по-другому лечится. То есть мы не лечим следствие, мы лечим причину. Если пациент молодой, желательно в 14-17 или 18 лет хотя бы один раз обязательно пойти к урологу. Но не в школьную поликлинику, вот действительно отвезти ребенка, посмотреть, что с половыми. Потому что если упустить момент пубертата, видеть, что ребенок растет, у него большие пубертат груди. Это и пубертат проходит не так. Сверстники растут, а у него груди выросли. Он толстенький, адинамичный, половые признаки не развиваются. Отведите, пока еще можно. Пока еще вы не упустили момент, что это можно поправить. Ту же спермограмму, те же проблемы с яичками. Там обязательно самодиагностика, вот как у детей, проверяют, на месте ли яички. Если был крипторхизм яичков, мошонку не опустила. Следите, научите ребенка следить. У него есть возможность, которой нет у женщин. Они не могут свои яичники руками. Вы сейчас говорите об очень деликатном моменте. Да, при условии, что я папа, у меня есть сын, при условии, что я доктор, и мой папа тоже был врачом, что у нас династийность, и, наверное, сын тоже станет врачом, я вряд ли полезу к нему в яички. В лучшем случае это сделает объясните мама. Объясните ребенку, научите. Пусть это будет с каких-то занятий в школе. Потому что основная проблема, знаете, у нас как в поликлинике. Ты взрослый, ты в детской поликлинике. И между урологами то же самое. Есть же детская урология, отдельная специализация. Вот мой шеф, начальник,
профессор Павлов, он с докладами выступает о том, что вот как раз нет этой преемственности. Mm-hmm. А многие болезни взрослых, да-да, они родом из детства. Даже такой доклад у меня есть был, родом из детства. И вот это надо понимать, что это одно целое. И я очень надеюсь, что мы к этому придем. Ну, дай бог. Но вы настолько ярко и убедительно рассказываете, что не прийти невозможно к вам как специалисту и как культуре, так сказать, о которой мы начали говорить. Я хочу про простатит у вас спросить. Это приговор, это какая-то необходимость, это возрастное неудобство, это неизлечимое состояние, это будет у нас у всех, у кого-то в 40, у кого-то в 50, у кого-то в 80. Что об этом можете вообще рассказать? Какая вот сейчас современная тенденция вообще отношения к этому? Любой орган может болеть. У вас периодически может болеть горло, у вас периодически может случаться бронхит, у вас периодически может появляться изжога или обостряться геморрой. Простата ничем не хуже любого этого органа. Ну, любого другого, который болит, ладно. Гайморит болит, простатит болит. Мы говорим про гиперплазию, но то, что раньше по-другому называлось, аденома предстательной железы. Простатит – это все-таки воспаление, гиперплазия – это появление узла. Так. И когда вы придете с жалобами в 60 лет, вы придете тогда, когда она будет такого размера, что у вас придется уже либо хирургически оперировать, так, либо хирургически уже какими-то большими объемами тканей придется манипулировать, и, соответственно, вы восстанавливаться дольше будет, и, так, возможно, даже уже открытая операция понадобится, в зависимости от того, где вы живете. В каком возрасте надо прийти, чтобы открытую операцию избежать и вообще хирургического лечения? С 30 лет наблюдается. С 30 лет. Да. И дальше от увиденного врачом как бы действовать, грубо говоря? В 30 лет аденомы не будет, но, да, если в эту культуру следить за собой вы придете. Знаете, я ни одного еще человека не видел, который в молодом возрасте получил рак, и то, что он выбыл, знаете, из статистики, его это не успокаивает. Поэтому даже если это будет одна спасенная жизнь, пусть тысячу человек лишний, да, раз пойдут к врачу. Это я просто онколог по своей основной специальности, поэтому я про онкологию говорю. Но по поводу простатита, все вот гуглят простатит, как его лечить. Поверьте мне, 8 из 10 простатитчиков – это пациенты с проблемными гормонами. И не нужно никаких антибиотиков. Они приходят ко мне по 3, по 5, по 7 лет лечатся антибиотиками. Мы их ставим на ноги за 2-3 месяца без антибиотиков, без свечей, без противовоспалительных препаратов. Я не люблю болезнь эту лечить, может быть, поэтому я ее хорошо лечу, да, чтобы они больше ко мне не приходили. Потому что, к сожалению, урологи как лечат? Снял обострение, он к тебе вернулся через 3 месяца, там, особенно в частных клиниках. И я вот чуть другую концепцию, я хирург, и мне простатит лечить неинтересно. Финальный вопрос. Проведу тонкую аналогию. Я врач-отриноларинголог, и лор ассоциируется с проколом, с пункцией гайморовой пазухи. Уролог, извините, увы, ассоциируется с массажем предстательной железы. Да? Мы об этом чуть вскользь сказали. Это, ну вот я приду, и он скажет, давайте я полечу. Вставят мне палец, я извиняюсь, в попу, что-то там будет мне массировать, а мне не надо. Ну, может быть, надо, я не знаю. Я не знаю, что у меня прямо сразу будет эффект, может, не будет, это то ли это профилактика. Как сейчас к этому относиться? Появилось ли что-то новое, что заменяет? То ли это была, ну, некая временная необходимость, что не было... Правильные слова сейчас говорите. Да. Расскажите, пожалуйста, потому что вот меня как мужчину это беспокоит, меня вообще страшит. Ну, если взять европейские рекомендации, вот я член нескольких ассоциаций, американской, европейской, там нет нигде массажа простаты. Он нигде даже не упоминается вскользь как метод лечения. Уже на протяжении десятков лет. У нас, к сожалению, это лечит. Это во-первых. Во-вторых, нельзя приходить к врачу, не имея ничего, и давать себя массировать. Потому что если у вас в простате есть кальцинаты, вы повредите простату. Вот поэтому обязательно сначала ультразвук. Да. Это первое. Второе, вот эти все исследования, когда берут, допустим, ПЦР, тоже ассоциируется уролог с ПЦРом, взятием. Можно брать, если это мужчина репродуктивного возраста, у него нормальная эрекция, он может просто сдать сперму на посев, на ту же ПЦР-диагностику, это диагностика инфекции, на ту же микроскопию посмотреть, есть лейкоциты, нет. И это будет более информативно, потому что вы не узретры берете, вы берете из простаты, из семенных пузырьков, из яичек, можно сказать. Ну, в яичках редко бывает инфекция, из придатков. Поэтому надо быть современным. И не только. Я люблю, когда пациенты приходят и образовываются на приеме. Я не говорю, пей, вставляй, делай. Да, да. Я объясняю, что с тобой, почему. Есть такая наука, эпигенетика. То есть мы рождаемся с определенным набором генов, но стану я диабетиком, если у меня мама диабетик, или не стану. Во многом зависит. То есть активность генов я могу поменять через свое питание, образ жизни. И
наше здоровье, это врачи, как говорится, лечат болезни, а здоровье пациент должен добывать сам. Старение – это не болезнь. И это самое главное, что мужчина должен понять. Старение – не болезнь. Я седой, вы седой. У нас это, у вас, у меня есть мимические морщины. Это же не единственные признаки, да? Старение. Да. И это не болезнь, это состояние. И его иногда надо корректировать. Не тогда, когда все, караул, как плохо. А тогда, когда можно сделать так, чтобы в 65 лет у вас были здоровые суставы. Чтобы вы своим ребенком могли пробежаться, когда он спортом начнет активно заниматься. Или поспаринговать, если вы чем-то с таким занимаетесь. Себя надо любить. Александр Гудисович, большое вам спасибо за информативный и содержательный разговор. У меня в гостях был заведующий отделением онкоурологии и онкогинекологии, президент Ассоциации молодых урологов России, кандидат медицинских наук Александр Дзидзария. И сегодня мы постарались ответить на самые актуальные вопросы на тему сохранения мужского здоровья. В эфире была программа «Скажите, доктор», а я, Владимир Зайцев, прощаюсь с вами. До новых встреч!